Это тень от птицы. И почему птица летит так? Давай, давай. Я не могу, у меня стамины нету, да? Кролик, да подожди ты, ёпта. Я попал! Всем привет, дорогие друзья мои, с вами, как всегда, Алекс. И это Inmate Survival, значит, новая выживалка, она не сильно новая, вышла месяц назад, но сейчас вышли какие-то исправления, обновления, да? И это новый убийца, Скам и DayZ, и я не знаю даже, давайте пойдем и посмотрим. И New Game, да, я в нее не играл. Я в нее не играл даже. Оно меня спрашивает, New Game или не New Game? Опа, это я, что ли? Это моя тень, у меня руки такие. Да, ты ёлки-палки, а? Да ладно, это я страшный такой, что ли? День первый, я же говорю, я не... Крабик! Чё взять, можно как-то поймать, чё? А? Присядь, Давай прыгнем на него. А чё с мышкой-то? Ёлки-палки, здравствуй, значит, новая выживалка. Не, ну тень у меня такая, конечно. Карате-пацан просто. Так, это драться, да? Так, чё мне делать надо? На shift ускоряется, не? Да, ускоряется. Ускоряется. Так, что я могу делать? Я древесину могу порубить? Значит, мы сделаем обзор на эту игрушку, да? Вот такой вот я сделаю обзор, а вы сами решайте, как бы покупать ее или нет. Подсвечивается что-то. Так. Подсветилось. Так, на И у меня инвентарь, значит. Я могу крафтить что-то. Рэббит, кролик подсветился. А что подсвечивается-то? А как мне ресурсы добывать? Крафт, значит, о. Так, рок, короче, 3. Для того, чтобы сделать, да, мне надо 3 камня. Хорошо. А как камень добывать? Так, ну, медикаменты здесь есть. Крафтить можно, смотри, костер. С палок. Ну, сначала мне бы топор, да? Веревку надо. Как веревку скрафтить? Веревка это фибус либус, значит, да? 3. Как собирать их? Вопрос. Давайте разберемся, как их собирать. Ничего не понял. Ультра. Так, input. Input. Так. Interact E, значит, да? Блок Tab. Контроль, так. Jump Roll. Inventory. Reload. Так, вот это все управление. Как крафтить-то тут? Алло, народ вы, блядь, разработчики, вы чё? Шутите надо мной? Это блок. Это я согласен. R, чё на R делаю? На E я, на F ничего не делаю. И это инвентарь. Как крафтить, я фиг его знает. Может, мне камень надо найти? А может, я камушек найду? Вот что-то лежит здесь. Опа. E, о. Я могу найти камень, да? Я могу найти. А чё же я траву не могу сорвать-то? Чё, ты устал или чё? Чё такое? 2 камня, крафт. Чё я... Мне надо 3 камня, да? Мне надо 3 камня. Значит, первое, что я могу скрафтить, мне надо 3 камня. 3 камня. Вот камень. Подойди, возьми. Опа. Инвентарь, крафт. Так, я могу сделать вот 3 камня. Крафтинг. Опа.
Так, хорошо, на каком? А, как пользоваться-то? А, вот на первый можно поставить. Все, я протупил. Так, опа. Это что? Это нож такой? Так, а ну побежали к кустикам. Ворону мы по-любому не убьем, да? Во, кустики так. Опа. Так, я собрал что-то так, хорошо. Теперь я могу их. Теперь я могу кустики рубить. Это отлично. Я рублю кустики. Так, значит... Графика такая средненькая, да, и что я добываю? Так, я добываю 4 вот этого, да, так, мне надо топор сделать. А, мне надо, ну, мне надо не такие, мне надо вот такие вот wooden stick палки, короче, и веревку. А для того, чтобы веревку сделать, мне надо вот. Я могу сделать веревку, я сделал веревку, так, у меня одна веревка, теперь мне надо... Стон хаммер, значит. Стон экс. Вот топор есть, да. Но мне лучше топор, наверное. Нафига мне молот тут? Мне 5 камня найти еще. Ой, так, давай пойдем посмотрим, что здесь кролик делает. Может, мы кролика сможем забить. Кроличья нора. Выходи, кролик! Выходи, я тебе говорю. А, вот он, кролик, смотри, не убегает. Кролик, кролик, ой-ой-ой-ой-ой, давай. Палки пособираем, да, вот так собирать палки можно. Значит, я понял, я уже почти разобрался. То забор чей-то там, или мне кажется так. Сейчас пойдем посмотрим. Сейчас хотя бы топор сделаем, да. Опа, а что темно стало? Да ладно, тени прорисовались, типа, потому что солнце вышло. Офигеть. Так, кустик мне тоже понадобится. Мне тоже понадобится кустик. Мне теперь надо камень, да? Я могу молоток скрафтить, наверное. И разбивать эти камни молотком, да? Но мне молоток, топор, что мне надо? У меня есть нож. Это я нож скрафтил. Так, вот камень. Вот камень. Оп. Камушки, значит, можно здесь на берегу искать. А также искать крабиков. Слушай, ну вода не сильно плохая такая, да? Вот освещение поменялось, и она стала нормальная. Значит, что мне еще надо сделать? Это для тех ребят, кто любит выживалки, как бы. Давайте сейчас разберемся в ней. А ты в камне прямо растешь? И ладно, я ее срубил, и камень исчез просто. Просто исчез, ребята. Ребята, я понимаю, игра в раннем доступе, все понимаю, но надо ж как-то, я не знаю, надо как-то делать, продвигать ее. Чего? Кокос упал, а что я с кокосом, подожди, что я с кокосом могу сделать? Дринк могу сделать, да, хорошо, давай, дринкинг делаю, опа. О, да, хорошо, слушай. Я дринкинг сделал. Давай еще. Блять, я в дереве где-то. Давай еще дринкинг я хочу сделать. Ёптва. Где пальма? Давай к другой подойдем. Бля, я взял это? Я хочу дринкинг. Дринкинг хочу я. Хочу дринкинг. Дринкинг. О, кокос упал. Я уже видел. Я вижу. Может, еще есть там. Я хочу дринкинг. Так, о, два есть. Так, опа. Опа. Так, палочки пособираем. На всякий случай, да? Я не знаю, нахера мне столько палок. Так, давай это. Давай это. Оп, соберем. Соберем там кустик. Может, еще веревку надо. Это что, змея? Нет, это палка. Палочка, значит, так. Графика у нас, значит, 1080p. Что-то больше здесь не поставилось, кстати, ребят. Это тень от птицы. И почему птица летит так?
Почему птица так летает в этой игре? А вы мне скажите, почему она так летает? Может, кокосом в нее запустить, а? Что это такое? Ай, смотри, и та птица тоже так летит. Так, ладно, давай снова ранний доступ. Я все понимаю. Крафт. Так, молоток есть у нас. Все для молотка. Но я хочу топор, блядь, сделать. Вот, топор. Молоток сейчас мы тоже сделаем. Топор мы положим. Так, нам, мне надо веревочки сделать, да? Крафт еще можно, не? А, нельзя уже, да? Нельзя. Так. А где слоты вот эти вот? Все. Дринкинг, нет, я не хотел дринкинг. Я всего лишь хотел топор. Во, теперь появилось. Положить на третий слот. Ребята, я не хотел дринкинг делать. Так, ну ладно, я сделал дринкинг. Значит, я попил. Я попил, сделал дринкинг. Так, окей. Собираем вот это. Так, теперь что у нас есть? Подожди, давай достанем. Теперь у нас есть топор, да? Ух ты, ничего себе, а колотит нормально. Кокос упадет, не? Палок только наколотили, да, ну? Палок у меня много. Так, теперь я хочу сделать молот, да? Для молота мне надо что? Мне надо... А что мне надо для молота? Инструменты. Так, молот. У меня, в принципе, только камней нету, да? Пошли искать камни. Так, там мы обыскали, да, птицы странные. Давай в воду зайдем. Так, звук воды, звук воды. Мы можем плавать? Под водой. Оксиген! Это что-то мне напоминает, так. А чё я всплываю так быстро? Я так вдыхаю. Я так вдыхаю, ничего себе. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Бежит так зачетно, конечно. Бежит зачетно, так, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Может, тут здания какие-то, что-то есть. Нифига себе, я палкой, получается, куст этот больше обрабатываю, да? Наверное, мне надо было сделать молот все-таки, блядь, и бить по этим камням, да? Смотри, тут как золото, блядь. Там как золото было, да? А ну, крабик. Крабик, стой. Опа. Да ладно. Че это красное с него выливается? У краба есть столько крови или что? Стамина у меня уменьшилась. А у краба что уменьшилось? Опа. Смал что-то там. Смал, короче, ну... Краба больше нету. Ну, ребята, нельзя. Разработчикам говорю, нельзя бить по крабу 1000 раз, и у него не может. Как туториал. Опа. Чё я замедлился-то? Во, я не могу туда выйти. У меня ограничена область? Да ладно. А где карта здесь? Нет карты, да? Это максимально странно. Максимально странно. Так, ну, начинаем выживать. Хорошо. Мне надо камни поискать. Естественно, может быть, на том берегу, да? А, может быть, вот там вот где-то. Мне все, что нужно, это мне нужно камушки на берегу найти. Все, что я хочу. А здесь косая, симпатичная такая, да? Я бы, если честно, здесь позагорал бы, поплавал бы, да? Да я думаю, ты тоже, наверное, поплавал бы с большой-большой радостью. Так, это что? Это тень у нас. Тени в этой игре работают вот так, значит, да? А вот так они работают. Наверное, вообще странно работают. Так, камушек вижу, и я бегу. Это что? Палочка, камушек. Камушек очень ценный, потому что... А, возможно, и не ценный. Возможно, это все говно здесь будет сейчас появляться, значит.
бегу. О, еще камушек. Так оно не ценное, значит. Я если отхожу, оно опять спамится. Оно появляется, значит. Так, а мышка у меня такая инверсия, как будто бы в 2К я играю, да? Это очень странно. 2К разрешения нету в игре, к сожалению. Но я думаю, тут и 1080 хватит. Ну, если что, я тебе на YouTube в 2К выложу. Перекодирую это все. Так. Крабик. Крабик у нас есть. Камень. Еще один камень, да? Сейчас я отойду, и они снова появятся. Так, ну ладно, давайте поедем к нашему любимому делу. Это крафт. Давай скрафтим вот эту вот фигню, да? Все, больше у нас, что мы здесь можем крафтить? Ой, здесь что-то уже сложнее началось, да? Давай веревку скрафтим. Все, веревки больше не надо нам, да? Вот это можем скрафтить, можем скрафтить. Второе у меня закончится скоро. Так, крафтик Basic Weapon, да, мы выполнили. Так, теперь нам надо... скалы не хватает, да? Ну... Так, надо выйти теперь, зайти, и только тогда я смогу молот на четверочку поставить. Да что же это такое-то? Это безобразие. Опа, есть молот у меня. Так, а ну пошли к камню теперь. Сейчас попробуем добыть, значит, камня. Хотя вот пособирать можно. Вон в воде лежит. Камень, палки, все есть. Все есть для собирательства, да? Но игру, мне кажется, вот мое мнение, доводить до ума... Еще очень долго придется, да, для того, чтобы это был убийца скама или еще что-то. Здесь птицы максимально вот летают, смотри. Летает. Это сейчас застрянет в воздухе, это, ну... Не понял? А я Я думал, молот мне нужен, чтобы камень добывать, или я теперь строить могу, а ну? Ладно. А, давай троечку. Нет. Единичку. Ну, ножом это было бы тупо вообще, мне кажется. Ножом, если бы я камень добывал, это было бы вообще максимально тупо, да? Но крабика я ножом не могу, да? А не, могу. Могу. Так, мясико есть у меня, да? А скушать я могу мясико на пятерочку. Ну, давай. На пятерочку я его не скушал. Ну и ладно. Мы попьем конкосика здесь. Конкосика попьем. Вот, и нам станет легче, да? Так, теперь что нам надо сделать? Я что-то не совсем понял. Нам постоянно крафтиться здесь надо и строиться. Нам... Надо построить кемпфайр. Крафтинг. О, я могу построить кемпфайр, да? Ну, давай хотя бы здесь построим где-то. Вот, Е. Так, теперь мне надо пятерочка, да? Пятерочка. Да, ёпты. Building. Building time. 1 минута, так. Так, а что мы можем сделать? Так. Я хочу... Campfire, апгрейд. Так, ведро поставить. Апгрейд. Ведра нету у меня. Адвуд. Да закройся ты, ёп. Я так... Take... О. Во. Так, все. Я могу приготовить теперь вот это вот. Приготовить я могу? Как мне готовить? Ребята, я выкину. Вот. Я офигею, куда здесь сунуть что, а?
Вот. Так, блядь, а вот. О, вот, теперь так готовится. Ёп, почему здесь так это... Это сложно. Подними. Так, ты готовишься, да? Значит, я и жарю, значит, своего крабика. Первого крабика жарю, значит. Жарим первого крабика. Это вот так, понял. Давай накидаем сразу, вот так. А чё мы так много накидали? А потому что, Алекс, ты потратил дрова, да? Ну ничего, дрова сейчас нарубим, так. Cooking progress. Так, вот. Так, вот, еще один cooking progress. Это мы можем съесть, да, но пока мы ничего не можем, потому что у нас все закрыто. Потому что мы ждем, пока приготовится второй кусочек, да, один съедим. Запьем кокосиком это все. Дело. И мы сделали campfire, значит, мы сделали огонь. Это очень большое достижение, особенно на выживании в диких островах. Это мега-мега достижение. Все. Все, отлично. Так. Теперь нам надо вот так сделать, да, на пятерочку, да. И сделать на пятерочку. Еденька, я ем. Ничего себе. Так, а на двоечке у нас, ну, естественно, дринкинг сделать. О, да, я поел. Я выпил. Я поел, я выпил. Слушай, а как насчет кролика, а? Кролик. Кролик, иди сюда, кролик, а? Кролик. Так, давай топор, наверное, да? Кролик. Опа. Ой, кролик, а? А как его, блядь, достать кролика, а? Бегает он медленно, но... Да бей ты, ёпта. Чё, блядь, не бьет? Давай ножом его. А, кролик. Я хочу кролика. Я хочу мяса. Ударь кролика, ёпта. Давай камень пособираем. Значит, что-то я... Не знаю, мне надо копье что-то сделать. Так, хорошо, так. Айтипедия, значит. Ох, нифига себе, значит, здесь есть оружие. Здесь есть гвозди. Здесь есть арбуз, мясо, рыба. Кэмпфайр, так, мне надо ведро сделать как-то, да? Крафт, что я могу дальше сделать? Я могу дальше сделать навес. А не, мне надо какой-то папоротник. Значит, где растет папоротник? Так, вообще, где мой костер? Костер мой где-то там, да, но... Графика тут на ультра стоит, но нихера не видно. Где мой костер? Где я поставил? Что-то на карты нету. Я бегал за кроликом, значит. Вот мой кемпфайр. А нет, не мой кемпфайр, вот о чем я говорю, да? Вот о чем я говорю, да? Так. Давайте побежим, посмотрим, что у нас дальше. С крафтом мы немного разобрались, но кемпфайр я поставил где-то. Ага. Все, у меня, значит, есть какая-то область. И... Я понял, из которой я не должен выходить. Это максимально нехорошо. Так, вот это вот не вот эта вот трава, которая мне нужна, а? А чё ты голыми руками? Давай ножом её. Так, не, ножом не получается, топором. Но на папоротник это все равно не похоже. Вон кролик наш бегает, да? Так, ладно, соберем эти кусты, я понял. Кролика мне сегодня не отведать, походу, да? Наверное, в воду придется идти еще. Я не знаю, где эти папоротники, где это все растет. Камни здесь вот спамятся, как бы. Вот эти вот маленькие камушки, это не проблема, да? Мне надо папоротник. Ну, давай посмотрим, что у нас в воде есть. Я не знаю, как с топором под водой там.
Может, нож? Ой-ой-ой, а что здесь под водой? Нифига не видно. Звук стрёмный такой, как будто бы в подводной лодке, значит, плыву я. Оу, я выпрыгнул. Так. Блок я делаю, да. Опа. Короче, я не знаю, может, разработчики забыли водоросли добавить, но мне нравятся игры, значит, в раннем доступе. А возможно, мне надо пальму рубануть, да? Давай. Попробуем срубить, потому что это не папоротник может, а пальма. Ёпта, точно. Так, у нас есть кокос. Что у нас еще есть? Листья, папоротник. Такая фигня, да, такая фигня. Я буду на пляже строить, потому что ну его нафиг. В лесу, короче. В лесу я строить ничего не хочу. Вот здесь я буду, короче, вот. Вот здесь мой будет лагерь, значит. Давай, крафт. Короче, что здесь у нас? Вот. Вот, крафт. Крафт. А, у меня палочек не хватает, что ли? Ёлки-палки. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас будет палочка. Object complete. И кокос будет, так. Все, сейчас я тут. И камушек еще, да. Все, сейчас я тут настроюсь. Тут примерный тенек. Значит, так, еще раз. Крафт. Крафтинг. О, это мой. Так, как его здесь крафтить-то, а? Крафт. Алло. Не. Пресс Е. Билдинг. Билдинг идет. Так, хорошо. Опа, я построился. Ты себе какую, а? Ха-ха-ха. Смотри, какую я построился, да? Что я еще могу построить? Давайте построим что-то в этой игре еще. Кокос, кокос, это inventory full, значит. Да сейчас мы выпьем все, значит, так. Sleep, один хаус. Да давай поспим, мать тет, так. Давай поспим и проснемся на следующий день. Мы проснулись. И че? И че, кокосы лежат? Так, на двоечку мне можно выпить кокос. Давай попьем сразу с утра, да? А сколько я его пить могу, этот кокос? У меня вопрос. У меня кокосов дофига здесь, давай. Сколько я пить могу кокос? У меня вопрос. Разработчики, вы меня потроллить захотели, я не знаю. Мне сколько кокос пить? У меня меньше их становится? Да нет. Давай поставим вот этот, допустим. Вот. Анимация то идет, да, воды у кокоса нету. Вот. Воды нету, мне надо выкидывать его, получается. Но анимация идет, как будто бы он пьет. Опа, все, попил, выкинул. Значит, ну это странно работает. Ну это странно работает. Мне здесь кэмпфайр снова надо делать, да? Так, это у меня где-то есть уже, да? Ну, естественно, лучше возле палатки поставить. Да, у меня что не хватает? У меня не хватает палок. Собака. Так, кокос возьму. Возьму, инвентарь есть уже. Так, это возьму, бревно. О-о-о! Да ладно, здесь можно из кокосов делать. А что это квадратное лежит здесь на берегу? Может, это шкатулочка какая-то секретная? Похоже на ящик какой-то. Реально ящик? Инвентарь full, да ёпта. Сейчас, секунду. Сейчас у меня срачки не будет. Во, это что такое? Где этот квадратик? Во, пластик. Я нашел пластик, значит, здесь. Ха. Ребята, кто играл в эту игру, я не знаю, кто покупал ее. Пиши мне, значит, обязательно. Да как здесь, потому что я ты видишь, не совсем понимаю механики. Палок мне не хватало.
Бля. Ну, не так уж, чтоб... Не так уж сильно. Значит, я из кокосов здесь домик построил. Крафт, строительство. Так, что мне надо? Кемпфайр, значит, тут все хватает, да, теперь, да? Давай возле лагеря поставим вот тут вот. Вот, так, что нам надо выйти, зайти, я не знаю. Так, билдинг сделать, вот, билдинг. Второй огонь в игре строю, потому что первый не могу найти. Так, кемпфайр возле этого у нас, хорошо. Когда ставишь кемпфайр, сразу говорю тебе, твоя видеокарта просто сильно напрягаться начинает. Вниз опустите. О, да тут строительство, ёпта. Workbench, значит, так, мне надо скрафтить. Workbench. Я его могу... А, rotate на R, значит, так. Workbench мы поставим здесь. Building, значит. Building. 5 минут building. 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 А что, мне 5 минут стоять здесь? Ничего не понял. Что, издеваетесь? Building. Что, стоять здесь? Или оно само построится? Или мне надо стоять именно выживать здесь? Так, давай посмотрим, что у нас из этого тут есть. Так, ага, есть копье. Есть копье, кстати, есть факел. Animal Trap, значит, ловушка какая-то, да? Ну, в кролика я копьем смогу попасть. Так, мне надо веревка. Сделай веревку. У меня нет веревки, у меня кончилась веревка. Давай крафт сделай. Чего у тебя не хватает там? Опять палок не хватает. Значит, сейчас, секунду. Секундочку. Я хочу кролика. Очень хочу кролика на ужин, а? Я голодаю, я выживаю здесь. Ёпта. Меня не прибьет тут. Мне нужен кролик. Так, ну теперь хоть видно, где я строиться начал, да? Здесь везде кокосы лежат, объедки, короче, и все такое. Вопрос вот в чем. На меня будет кто-то нападать, я не знаю. Меня будет кто-то жарить. Копье. Есть копье. Так, теперь надо выйти, открыть инвентарь снова. И поставить копье на двоечку. Так, это крафтится, я не знаю. 5 минут. Билдинг. А, подожди, мне надо... Вот. Вот оно как. Для чего этот молоток надо был? Это, блядь, постучать Алексу по голове надо. Ты чё? А! Нифига себе. Так, брон... блядь, броню могу, маску делать. Лук могу сделать. Да, и лук смотри какой. А, сейчас сделаем лук. Я здесь могу лук сделать. Пистолет могу. Обойму сделать могу даже. Не, ну все. Все, я влюбился в эту игру. Но я все равно хочу кролика. Где мое копье? Ничего себе, если я попаду по кролику, я молодец. Кролик! Ага, вот. Кроличья нора, значит. Норка такая, да? Вот и кролик у нас. Ну, как в него попасть? Как попасть в кролика? Он бежит. Оп. Я бегу. Оп. А, я не попал. Странная анимация, конечно, да? Очень странная. Кролик выбежал. Давай. Я не могу. У меня стамины нету, да? Кролик, да подожди ты, ёпта. Я попал. Я целился не туда. Так, а... Кости, шкура и мясо. Значит, все так. А у меня есть еще одно приготовленное мясо. Да, мы его на пятерочку положим и съедим. За это дело мы съедим мясо приготовленное, а?
Возьмем и скушаем его просто, значит. Так, вот, отлично. Костер здесь, его, кстати, в траве вообще не видно. Если бы не кокосы эти, да, пустые, которые здесь стоят. Значит, ребята, что я хочу сказать? Не забывайте про свои лайки. Твой лайк я всегда ценю. А с вами был, как всегда, Алекс. В общем, если хочешь повыживать, пиши... Пиши мне комментарии, хотел сказать, пиши лайки. Ставь лайки, пиши комментарии. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого.